Питер, как дела? Ну, как у вас дела? Звонок, я даже представить и не мог, что с этим типом мы заодно. Если ты фан, то проще кайфай. Если ты лон, скажи, не знаю. Это все круто, но что там дальше? Прошлое лето, история в край. И вот мой папа ставит меня и смотрит прям на меня. Да так все не увидишь. Это же круто, что твоя мама не знает, почему не спишь, что моя кровать. Все как твой. И если бы твой батя узнал, где ты такси, забудь мой номер, больше не звони. И как ты встречал очень много, но только без меня. А твой папаша дебута, он делает все, чтоб не писал. Я твои треки по ночам, но только тебе включать. Как же круто, что твоя мама не знает, почему не спишь, но моя клевая тёлка скроет. И если бы твой батя узнал, где ты сидишь до утра, я бы ща рэп не писал, а ты был отнимать.